Привет, дорогие подписчики, привет, друзья! В этом видео я хочу сообщить вам о новом методе, как проверить пропитание прокладка КБЦ. Этот видео продолжение второй части видео, в котором я рассказывал об симптомах и признаках о пропитой прокладке. Ссылка на тот видео, на первую часть, будет в описании этого видео. И кому интересно, можете посмотреть. Этим методом вероятности на 99% можно поставить диагноз, пробита ли прокладка, но метод не совсем новый, и многие, наверное, про нее пока не слышали. В первой части видео я рассказывал о симптомах и признаках пробитой прокладки КБЦ. Прошла примерно год после того, как я опубликовал первую часть этого видео. 7 дней назад мы поменяли прокладку КБЦ на этой машине. Месяц назад уже заметно стало, что в двигателе есть неполадки. Антифриз стала теряться. Нужно было доливать после езды на крутых подъемах. И самое главное, антифриз начинал кипятить на крутых подъемах. Заподозрили, что причина прокладки КБЦ или в помпе. Заметные симптомы не были, которые указывали на то, что причина именно прокладка КБЦ. Никаких выраженных симптомов не было у пробитой прокладки. И поэтому мастер двигателя просто посоветовал продиагностировать с помощью химии в автосервисе. Диагностика с помощью химии показала, что прокладку нужно было менять. И об таком методе подробно рассказывается в видео, ссылку на которую я оставлю в описании этого видео. И посмотрите обязательно. Оборудование, которое можно продиагностировать, продается на AliExpress и стоит недорого. Ссылка будет в описании. Жидкость с химией тоже можно купить на Amazon. Но если кто разбирается в химии и знает, что за состав в этом жидкости, напишите, пожалуйста, в комментариях.